Тут, короче, все какие-то странные, если честно. Тут арбуз кладу в модуль. Зачем целый арбуз? Ешьте на здоровье. Кто заказывал? А, да, извините меня, пожалуйста. Вы немного тут не злитесь. Ой, швабра взбесилась, ребята. Видите, я вам кладу тут тряпочку. Да, вы просто почистите свой стол. Ой, ребята, я в багажнике еду. И всем привет! Вы на канале Sofi Playing Games, я Соня. Всем привет, я папа. И сегодня мы будем играть в... Generic Cooking Game, общая кулинарная игра. Да. Кто просил обзор полный? Кто просил пельмени сделать? Сейчас мы будем готовить. Сделаем. Особенно по мне видно, то я уже готов. Да, папа еще никогда не заходил в эту игру. Я даже не могу в двери зайти. Тут немного грязненько, конечно, надо сказать. Кто-то насвинячил. Ну вот смотрите, давайте возьмем, есть ли тут пельмени у этой девочки? Что-то с прической. У нее залысение головы. О, вон там а у этой девочки глаз нету. А тут, короче, какие-то странные, если честно. Мне кажется, их сгенерировал искусственный интеллект. Или от настоящие игроки, я не знаю. В общем, тут надо готовить. Ты как бы тут этот... Принимать заказы, да, и да. Готовить? Ну вот, тут, например, кто-то хочет watermelon juice, apple tart, hot dog. С чего лучше начинать начинающим игрокам, тюрки, как я? Тюрки, возьми. Турки. Украл тебя перед носом. Давай вот сок. Watermelon juice. Хорошо. А я strawberry milkshake. Вот, теперь нажми на recipes. А, подожди, а где посмотреть, что я взял это? А, он просто тебе скажет. И нажми вот, найди твой watermelon juice. Ну вот, у меня вот свой рецепт, у тебя свой рецепт. Ты просто... Да, они отличаются? Да, конечно. Это не как кукбурки. А покажи свой рецепт. А, сейчас. Первое сделаю, что может. One strawberry. 100 миллилитров молока. Подожди, давай по шагам. Так, сначала надо взять одну клубничку и положить ее вот в этот миксер. Да, блендер. Угу. Потом взять молоко 100 миллилитров и туда налить. Слушай, а у меня проще рецепт. Да я знаю. Вот. Мне немного больше, чем 100 миллилитров. Ну и просто можно обратно положить. А где мне взять арбуз? Арбуз вот тут. На. На, на, на. Подожди, как его взять-то? С пола теперь подбирать, что ли? Да, не важно, никто не заметит. А как его взять, Соня? Ну, просто нажми на него. На фау, на в нажми. Ну, нет, просто нажми. А он говорит, что это твой. Ладно, тогда свой возьми. Не берется, Соня. Во! А теперь взялся. Так, ну, короче, не важно, что я там немного мало налила. Я просто вот это, да... Strawberry milkshake. Соня, а как понять, где блендер? Какой из них блендер? Сейчас я тебе покажу все. Ты где? Я арбуз положил уже вон куда-то. Ты куда положила? А, вот, на него наводишь и написано блендер. Ну, блендер модуль селектор. И теперь надо что? Вот это блендер модуль. Понял? Убери арбуз. Сейчас я тебе поставлю. Все, и теперь клади туда арбуз. По твоему рецепту все делай. Ты да. На вот так нажми на V, так легче. In blender module. Place blender module на блендер. Слушай, а тут написано, что арбуз сначала можно было в блендер модуль положить. Но это не важно. А, нет, я не хочу. Так, ладно, я возьму другой заказ. Включите блендер. Да, включи. E нажми. Что я теперь взяла? Я что-то взяла. Включил. Да, хорошо. Теперь нажми опять на E, чтобы выключить. А он еще не заполнился. Все, готово. А теперь надо в чашку. Pour the mixture in a cup. Так, ладно, не важно. Мы просто берем вот эту вот кастрюлю. Ставим ее вот сюда на пол. Обязательно на пол. Ребята, пол это самое лучшее, где можно готовить еду. Не повторяйте дома. А, Соня, а как налить? Налить? Там pour написано. Ну вот смотри, я поставил чашку. Вот, и я блендер модуль снял. И как налить в чашку в эту? Ну, ты немного... Надо на стол встать? Сейчас, подожди, отпусти, я тебе сделаю. Постой, папа, не надо. Вот, положу. На стол надо встать или что? Да, так, ну, самое главное, не важно, сколько там лежит, на. Так сколько там? Вот там ничего не... Там ничего не лежит. Ты что, вылила все? Я побежала. Ладно, пойду еще один арбуз сделаю. Украл мои томатки. Что ж, у меня упало. Не хочу, чтобы потом... Ох. Папа. Подожди. Кыш. Я тут арбуз кладу в модуль. Зачем целый арбуз?
Так там написано, положите арбуз в модуль. Надо его сначала порезать. Что, правда? Потом его надо... Нет, Соня, там целый. Ну, все равно, это как-то странно, ребята. Если вы ложите целый арбуз с корочкой, этой вкусненькой. Да. Я, наверное, не успела делать там все. Мне кажется, я тоже. Ты уже давно не успел. Ой, у меня упал вообще модуль. Ой, о, смотри, есть. Какой. Ой, как вкусненько. Ой, диво дивное. Ой, чудо чудное. Ой, диво дивное. Соня, так а как наливать-то, я так и не понял. Да надо на Е нажать. На Е. Катается. На пол все валяет. Я сейчас кину вот так вот. И сейчас я тебе на голову. Подожди, папа. Не надо, подожди. Выполнить надо задание хоть одно. Ой, я тебе почти на голову. Так, сейчас надо вот это вот поршненько подогреть. Есть! У меня получилось, Соня. Все, забирайте ваш модуль. Нести на выход. Куда мы суп унесли? Соня, тут уже ушел тот человек, который хотел это. Короче, я поставлю им на стол, может они... Я поставил на стол, она хотела что-то другое, и она разозлилась и ушла. Ого! Ой, он прям съел так. С ну радостью. Мне пора посидеть на диване. Папа, тебе тоже пора посидеть на диване. Пойдем, за стрелкой иди. А чувствуется усталость, он медленно ходит, да? Да. Можно либо кофе попить, либо на диване посидеть. Здравствуй, папа. Ох, ну и денек сегодня. А, смотри, какое окно. Грязь. 76%. Мы что, в индустриальной зоне какой-то готовим? Давай хоть YouTube включи какой-нибудь канал. Мистер Бист, может быть. Ребята, кто смотрит видео Мистера Биста? Напишите в комментариях. Так, ну я насиделась, я пошла, все. А как понять, что... А, Energy? Да. Ну ладно, за дело тогда. Томато суп. Смотри, какая быстренькая. Я так раз-раз-раз. Бум-бам-бим. Бам-бим-бум. Ня-ня-ня-ня-ня. Ня-ня-ня-ня-ня. Одно яблоко. Возьмите сахар. Смешайте его в шуга-шейкере. О боже. Так я это буду делать целую вечность. Apple? Где мой Apple? Теперь шугар. Где мой шугар? А где он, да? Вот тут шугар-шейкер. Где моя тарелка? А где вообще сахар? Сахар вкусный. А где он лежит? Сахар вкусный. У меня первый рабочий день. Я не знаю даже, где это. Да я тоже не знаю. Ой-ой-ой. Так тоже можно. А я не знала, что так можно. Ну, хватит. Почему свет отключился? Ну, я нашел выключатель. Проверяю. А я в зале выключил. Где мой Apple? А если я... Соня, я там прямо в кафе выключил свет. Они все ушли? Я не понимаю, что я сделала не так? У тебя исчезает вода куда-то. Ну, я знаю, она это, испаряется. Солишь? Нет, я перчу. Там... Это сахар. А, это сахар. Да что ж он не... Ну, ты кидай его туда. Что? Блин, оно стало каким-то черненьким. О, яблоко. Ух ты, наливное яблочко. Какое красивенькое, да ведь? Надо вот так вот теперь. Ничего себе. Да, мы такое тут тоже продаем. Ешьте на здоровье. Кто заказывал? А, да, извините меня, пожалуйста, вы немного тут не злитесь. Что-то так не прибрано у нас. Да, немного. Все валяется, черные яблоки чьи-то. Зачем он это сделал-то? Он какой-то дурачок тут водится. Он туда огуречную массу какую-то. А, кстати, папа, я тебе тут яблочко принесла. Стробери милкшейк буду делать. Он тяжелый, ты где? Нет, я не хочу. А ты где? На, кушай. Я буду стробери милкшейк делать сейчас. Так, выглядит достаточно простым рецепт. Так, а где молоко взять? В холодильнике молоко. Я, кажется, не знаю, как донат. 100 миллилитров молока. О, нет! Я, кажется, немного ему не помогло. Вот что это? Чоколад милк. О, боже. Соня, посмотри, у меня в блендере что лежит. Что там? О, клубника. Соня, мне еще молоко туда надо было. Пойдем молоко тебе туда. А вот молоко-то лежит у меня, тут приготовил. Вот это, дай. Да подожди. Да дай. Так, мне надо кофейку попить. Какой красивый маг. Ну ладно, я попью. Ой, как мне хорошо от этого стало. Тебе немного яблока туда не надо ли? Папа, ты видишь что-то перед твоим лицом? Я все почти доделал. Стробери милкшейк. Я возьму ваш заказ. Соня, а как упавшую чашку поднять?
Ты куда льешь? Он же все мимо. Не, нормально. Все, пошел относить. Может, заработаю денежку. Овощи ждет. Соня, все пятерки. 5 баллов из 5 по всем статьям. Наконец-то первый заказ принял. Так, мне надо молоко, чтобы сделать какао. Куда он льет мое какао? Забрал у меня, главное. Так, ну что у тебя тут? Ну, меня забирает что-то всегда. Эндрю. Ух ты, маг. Круто, Соня. Ты, мне кажется, ты работник дня. Так у нас тут нету менеджера. Я так это, все за себя работают. Ну что, пельмени кто-нибудь закажет? Нет сегодня? Никто просто, ну, ладно. Соня, а покажи рецепт пельменей. Вот рецепт пельменей. Сейчас я вам покажу. Прям сделать их? Просто, а может сделать? Давай, сделай. Ну, они довольно сложные, конечно, ну, хорошо. Взять тесто и положить дамплинг-шит на стойку, да? Давай. Так. Это тесто. А это ты как сделала? А это просто бленд. А там надо нажать на такую кнопочку. На какую? Там молд будет написано. Это на блендере или рядом мясорубка там была или что? Да. И теперь надо взять стейк, то есть вот такой вот. Это он... по рецепту? Да. Вот он тут вот вверху лежит. Его надо в мясорубку положить. Мидгриндер. Мясорубка. Да. Теперь надо взять ножик. А покажи рецепт. Ножик с пола, главное. Да, он немного грязненький. Ну, будем считать, что мы его помыли. Ого, стейк в гриндер. Чоп один стейк ножом. А потом что делать? Потом их стимер модуль. Ну, я сейчас покажу. Вот, ложите вот так вот на каждый. Чтоб точка совпала. Да, и вот так вот fold нажимаете. Какой кнопкой? Е. Угу. Потом опять ложите и нажимаете fold. Е. Ложите, нажимаете fold. Ух ты! Ну и тут один остался. Можно его съесть. Да, там. Вторичная переработка мяса. Для мышек. Стимер модуль. Какой-то модуль надо взять. А покажи рецепт. Ну, нет, просто вот делайте, как я. Вы ложите на такую штуку, на корзинку, пельмени ваши. Ну, это конечно... больше вареники, мне кажется. Ну да. Пельмени. Назвали их дамплингс, это вообще не дамплингс. Так, и теперь вы просто ставите их, ну, на кастрюлю. На печь? Да, на кастрюлю вот так вот наливайте в нее воду из крана, конечно же. Мы же такие умные. Ну, хватит. Вот так. Ну, неважно, сколько там. Ну, в рецепте, наверное, написано. Нет, там просто написано steamer модуль. И ставите вот это поверх кастрюльки. Это как пароварка получилась. Да, видите, тут написано, сколько они готовятся. Сейчас звездочки. Все, снимать надо. Надо снимать. И положить на кастрюлю. На. Так. Вот. Ой, я застряла немного в шкафу. В шкафу. Так, ложите на тарелку. Пельмени готовы. Да. А я сижу там в офисе. Все, теперь их можно поставить в холодильник. И когда кто-то запросит их достать оттуда. Да. Че, правда? Да. Или можно просто пообедать самому. Тут нельзя. И сейчас я сяду купать на диван. Здравствуйте. Да, я тут отдыхаю. Кстати, окно 100% dirty. Тут можно это, Reddit. Вырились здесь дымс. Exceed all expectation. It's flavors and aromas enrapturing the senses. Ничего себе. Кто-то очень плохо сделал. In front of... А мое есть там? I'm pretty sure that if you put it in front of a cockroach. О. I'm quite sorry to say this. Epic fail. Epic fail. Еще на вот, вот, вот. Real deal, son. Да не, я просто там что-то принес кому-то не тому. Вот его поставили. То есть я даже не собирался ему готовить. Это была ошибка. Но тут Эндрю, вот этот сотрудник года. 3 days ago. Мы тут уже 3 дня сидим, если что. Соня, а что тут еще можно, кроме этого, делать? Тут еще можно чистить полы. Покажи как. И мыть окна. Вот тут есть такая тряпочка, вы ее берете. А где? Я не вижу. Подожди. Вот, я палку взял. А ее надо одевать на эту штуку? На швабру? Нет. Смотри, сейчас у тебя будет это, у тебя будет тряпочка лежать. Подожди, стой на месте. Да я стою. Не двигай швабру, сейчас будет момент истины. Кладем папе тряпку на голову.
ты это невидимый какой-то. Ладно, пойдем. Я буду мыть окна, а тебе надо вот эти вот пятна протирать. Подожди, так на швабру надо что-то одевать? Нет, не надо. Она просто такая. Так, надо тереть как бы окна. Раз, раз, трем, трем. И вот, она готова. Посмотри, я там пол мою. Да. Не совсем пол, но... Ой, швабра взбесилась, ребята. Швабра взбесилась, помогите. О, зато чисто. Нет, еще не чисто. Мне кажется, я ее как-то неудобно взял. И вот она. В общем, да. Леди, я вам кладу тут тряпочку. Да, вы просто почистите свой стол. А я покажу, что тут есть гараж. Еще есть такие машины, которые не настоящие. Еще тут есть ключ какой-то. Не понимаю, зачем он. Там какой-то квест Санты был. Да, вот, видите, тут такие тут штуки есть. Главное, только помыл, и уже пятно тут появилось опять. Да я еду. Ты куда? Мне никуда, я просто тут. У меня ранг повысили. Ты куда уезжаешь? Я уезжаю на конец света исследовать мир. Поедешь со мной? Конечно. Если да, садись. Иду. Вот я. Поехали. Со своей шваброй. Чтобы чисто было в машине. Какой медленный. Это так надоедает. А мы куда едем-то вообще? Ключ. Мы едем. Фабрика. Фабрику. На фабрику приехали. Нас тут ждут. Сейчас стекла помою. Сейчас я не могу заехать. Сейчас я протру стекла. Ребята, вы же знаете... Швабра преследует нас. Ребята, вы же знаете, какой я хороший водитель, да? Все же это знают. О, мне кажется, мне здесь не надо было заезжать. Так вот, развернусь. О, тот же диван, кажется. Вылезаем. Тун-тун-тун. Вон кто-то еще приехал. Кто приехал? А тут ничего не заказывали. Ты зачем приехал? Мы тут видео снимаем, а ты что? Сейчас я ему помою машину. А тут можно посидеть. А для чего тут вообще сюда приезжать? Пойдем за ним. Вот он, наверное, знает, куда идти. А я тоже знаю. Вот он что-то заказывает на компе. Как? Где? Наверх поднимись, вот. Точно. Тут загрузить можно что-то. Тут сейчас придут коробочки. Какие много. Сейчас я буду их прям тут это ждать. Жду не дождусь. Давайте, идите, коробочки. Ну тут, конечно, я... Это похоже на какую-то контрабанду. Ты твою швабру тут забыл. Швабру я заберу. У меня моя пачечка упала. А как запрыгнуть обратно? А ты забирайся там. Давай, ты скидывай мне ящики. Вот так, смотри, как... Ой! Стой! Куда машина? Как ты рулишь? Погоди. Сейчас Соня справится, короче говоря. Я пошел за шваброй. А тот-то уже уехал. Если что, в багажнике сижу. Хорошо? Ладно. Ну что, едем? Да, давай. Ты намного лучше водитель. Ты уже взрослый, а мне всего лишь 11 лет. Ой, ребята, я в багажнике еду. Так это меня никуда там, не... Да я ничего не понимаю тут вообще, куда ехать. Да ты так же... А у меня был вид из багажника. Так, сейчас я вам покажу мой прекрасный вид. Я вижу коробку. А куда ехать? Стоп! Авария! Я тут, если что, в багажнике сидела. Папа, флейм! Нет! Упс, сори. Сейчас я вам это все исправлю. Господи, только дайте мне сесть. Это вообще вытворяют. Это больше не спасти ее. О! 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 Папа, дай мне сесть! О! О! Давай перегородим дорогу. Папа! О, все, я тут теперь. Баба, швабру не забыл. Все, я уезжаю в далекое путешествие. У меня отпуск. Стой! Стой! О, поехали. О, давай вот эту девочку с собой тоже возьму. О, я болею! Помогите, я не могу управлять. Ладно, я пойду пол мыть лучше. Все, я уехала, значит. Я застряла. Ты давай-ка, машина, не наглей. Что, мне тут намусорили уже? Угу. А ты куда поехала? Путешествие далеко, у меня отпуск. Могла и об этом подумать. Ну ладно, ребята, я пока делаю отпуск в пустыне, а на сегодня все. Ставь лайк, подписывайся на канал, подписывайся на Дискорд, на Инстаграм, на Твиттер.
Сейчас, я перепрыгну с тем, я вам обещаю. На Твиттер, на ТикТок. Пока-пока. Всем пока, ребята. До встречи в новых видео. Ух ты. И делитесь видео с друзьями обязательно. Голову опустила даже. Что ты с ней творишь?